Вы смотрите «Город новостей», продолжим выпуск. Очередную вереницу кунгурских мелочей сегодня представит Вячеслав Горецкий. На что обратил свое внимание ведущий, узнаем прямо сейчас в эфире «Мелочи жизни». Поговорим о самом насущном и важном в последние дни – это об отоплении. И, кстати, его тепловики начали восстанавливать. Трубы, которые идут во дворе по улице Бачурина, наконец-то утеплены. Если вы помните, раньше на этих трубах зимой можно было реально обжечься, настолько они были горячие и ничем не прикрытые. Сейчас же ситуация изменилась к лучшему. Они сразу вон все полностью все сделали. Минеральный утеплитель надежно приклеен вот к такой вот липкой трубе, которая, кстати, уже горячая. Но есть вот такой минус. Все эти маты приклеены на какой-то с виду обычный скотч. И поэтому целесообразнее, по идее, для энергетиков, теплоэнергетиков, было бы зарыть эти трубы в землю, как это сделано везде в городе. Будет гораздо надежней. Тепловики не только грамотно заизолировали трубы, но и выполнили всю работу крайне аккуратно. Весь старый мусор, изоляцию, они сложили вот в эти вот большие черные мешки. А то они должны вывезти. У нас компания «Наш дом», они сказали, это заказчик, кто трубы делал, они должны за собой все убрать. Ну а пока же эта мелочь выглядит достойно восстановленной. Правда, к этим мешкам с пенопластом, которые лежат во дворе, самые наглые жильцы уже успели подложить бытовой мусор. Ну и ветки от тополей. Самое главное, чтобы управляющая компания все-таки вывезла весь этот мусор, и здесь не образовалась стихийная свалка. Ну а в то же время теплоэнергетикам большой респект за их аккуратно выполненную работу. Ведь мелочь эта действительно достойна уважения. Ну и напоследок еще одна приятная мелочь, которую, я уверен, заметили многие, благодаря вот этим ярким защитным лентам. Ступени у гостиного двора наконец-то стали выглядеть достойно. Если вы помните, в наших рубриках мы показывали их не раз, потому что они были все разломаны, и спускаться по ним, особенно в зимнее время, было крайне опасно. Теперь же все выглядит достойно и благородно. Ну, строители молодцы, хорошие ступеньки. Умница, хоть что-то преобразилось. Правда, есть одно «но». Высота ступеней в самом краешке буквально мне по колено. И подняться сюда сможет далеко не каждый. Но, в принципе, место есть, ступени тоже. Поэтому подниматься здесь будет легко. Кстати, единственное, вот это, я думаю, очень скоро все-таки обретет точно такой же вид. И тогда мелочь эта будет выглядеть абсолютно завершенной.